Вы знаете, что странное дело, что я Баталова нарисовал со спины. Да, со спины. А вот странное дело, что иногда невидимая часть может быть стать гораздо выразительнее, чем видимая. Лю-л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 ю. На этом мосту должен был быть снят кадр к прогулке Вероники и Бориса, где она, играя и балуясь, поднимается и идет по цепи наверх, входя в небо. Собирались в 12 ночи, гримировались, везли сюда диги, приборы, тележку, все устанавливали на мосту. Темно, ночь еще, наконец, рассвет. Приготовились, все уже отрепетировано 100 раз. И Урусевский подходил к Колотозову, что-то они говорили, сегодня не будем, собираем и уезжаем. И так продолжалось едва ли не 2 месяца, но с перерывами. Вот эти ночи, все было готово, а неба не было. И не было этого романтического взлета. И Урусевский так и не снял этот кадр. Я могу сказать самое главное, что после именно «Журавлей» уже твердо я понял и как-то внутренне ощутил, что такое на самом деле кино, что там можно делать, что там дорого. Уж пусть я сейчас милиционер позову. Задоели мне все эти, ты мне не отдай одеяло. Упадешь. Не упаду. Что делать, Кристо? Да я повешу. Алёша меня окунал в это во всё. Мы как 2 акулы с ним общались на расстоянии. Мы чувствовали очень друг друга. Я скажу секрет. Я увидела Алёшу на даче, и он сказал, ты знаешь, у тебя очень красивые глаза. Взял спичку, сжёг её и сказал, и намазал. Глаза намазал спичкой. И сказал, вот так ты должна гримировать свои глаза всю жизнь. Я сказал, да, почему? Он сказал, вот это Вероника, вот это лицо Вероники, и береги ее, не отдавай ее никому, не отдавай зрителям, никому. Пусть она будет твоей навсегда. Это удивительно, действительно. Это уж, Танечке спасибо, она сама это обнародовала, теперь я могу только гордиться, больше ничего. Но вот про эту линию. И действительно, вы знаете, потом это же на множество лет стало модой. Так уж получилось, что мой отец, советский режиссер Иосиф Хейфец, открыл для кинематографа Алексея Баталова. И где-то с середины 50-х годов Алексей Владимирович Лёша стал в прямом смысле членом нашей семьи. Его даже иногда в шутку называли старшим сыном Хейфец. Хейфец был не очень угодный для властей режиссер. В свое время он был проклят в газетах, все как полагалось, ему запретили снимать художественные картины. Это была подлая эпоха конца 60-х. Я поступал в Ленинградский университет, меня предупреждали, вернее, родители предупреждали, что меня не примут, потому что наличие 5-го пункта даже в биографии отца было препятствием для поступления на филологический факультет. Это документальный факт, а не моя, так сказать, не мои домыслы. И я не поступил на филфак. И единственный человек, который мне помог в этот момент, который пришел ко мне и к отцу, всем нам на помощь,
был Леша Баталов. Он пришел в Институт культуры к тогдашнему ректору и даже не попросил за меня. Его появления уже было достаточно. Мне дали возможность сдать экзамены. Баталова не просто узнавали на улицах. У меня такое впечатление, что останавливался транспорт. При мне прекратилось движение сотен пассажиров на московском вокзале, когда я встречал Лешу во время его очередного приезда в Ленинград. Мама мне рассказала, что он ушел от жены, или жена от него ушла, не знаю, не помню. И в Москве ему жить было особенно негде, и он приехал в Ленинград и жил у нас. Популярность его совершенно принимала фантастические глобальные какие-то формы. Второй братик. При этом он оставался абсолютно простым, не спал на раскладушке и не переживал, что он спит на раскладушке. Вставал утром и включал свой Днепр. И самая любимая его мелодия была «Эй, мамбо, мамбо, итальяно». Больше, чем своя увлечение, свою работу, он любил свою машину. Однажды он разобрал ее в очередной раз, вынул все сиденья, была пустой салон, пустая кабина, и там стояли две табуретки. Обычные такие кухонные табуретки. На одной сидел водитель, а во второй я. Какой-то мелкий пижон на «Волге» стал нас обгонять. Но не тут-то было. Алексей, значит, этого жалкого дилетанта, сделал по всем правилам. Но вот это тоже поездка на табуретках у меня запала. Леша тоже хотел сниматься в этом эпизоде сам. Но хорошо, что все-таки настояли на том, что он вел первую половину этого эпизода, а сам момент столкновения, значит, вот с этой самой кирпичной стенкой, это не сам Леша вел машину, потому что во время скольжения по мокрой дороге машина неожиданно сбила телеграфный столб, который стоял на обочине дороги. И вот этот столб, как маятник, вися на проводах, повисший на проводах, значит, летел в сторону камеры. И только чудом, понимаете, удалось вообще спасти и оператора, который снимал, и камеру. Я думаю, это я не больно отличаюсь от всех. И Женя-то Урбанский погиб тоже, потому что сам хотел сидеть за рулем. Дело тут гораздо глубже. Оно лежит в природе кино. Кино ужасно театральное подделывание. Здрасте. Так как же насчет выходного дня знатного стахановца? Почему я? Мне звонили из редакции, срочно нужен именно такой фотоочерк. Заводи много стахановцев. В совкоме назвали вас, Алексей Михайлович. Ильич. Простите, Ильич. 12 фотографий будут во всесоюзном журнале. Всесоюзном. Начнем с картины «Утреннего завтрака». Вы накроете стол. Сервиз у вас есть? Найдем. Ладно. И еще. Приходи в воскресенье с утра, пусть она узнает. О, она? Ему я просто морду набью. Виноват. Как вы сказали? Это я не вам. 54-й год, умер Сталин. Картина была чуточку раскованнее, чем предыдущая. И она имела какой-то необыкновенно шумный успех. И там впервые появился Баталов. Он именно был то, что советская пропаганда хотела от рабочего. Рабочий вроде интеллигент, рабочий какой-то вот такой странный. И если бы это был не Баталов, это бы не получилось. Баталов был такой же наш одногодник, можно сказать, молодой такой же. Ну, он еще молодой выглядел, да. Молодой был. Конечно. Такой шустрый. Да. Достаточно артист. Всесторонне развитый был этот самый. Его и не отличишь, этот самый. Всегда в брезентовой куртке, в рукавицах. Да.
щепка. Они меня, ребята, учили, я им очень благодарен. Вот это он вспомнит. Почему? Потому что он к горну подходил, он знал, что это такое. Ее прежде чем заклепать, надо разогреть. Вот этим клещам в это отверстие вставить. Ну вот это основное. Без этих клещей заклепку в отверстие не вставишь. Спасибо, ребятки, если они будут смотреть. Спасибо огромное. Дело в том, что когда сейчас... А, во, видишь, с этим дали. Все как надо, это клепка. Вы знаете, я так тонут корабли, я думаю, не заменяли, потому что действительно есть один корабль, вот эти вот заклепки, которые в кадре, и я действительно, ну, естественно, не целый корабль, но там несколько заклепок есть, он где-то плавает, но сейчас уж не знаю, давно было. Здесь, на киностудии «Лентфильм», снимается картина по сказке Юрия Олеши. Это фильм о борьбе народа с жадными и глупыми толстяками. Воюют толстяки. Они не знают, что один из руководителей народного восстания, канатоходец Типул, на свободе. Роль Типула исполняет Алексей Баталов. Он и ставит этот фильм вместе с режиссером Иосифом Шапира. Ставишь одну ногу. Дальше другую ногу ставишь на канат. Я даже не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что это довольно легко ходить. Курбан, муж учил. Сначала, естественно, на низком канате, где-то, может быть, полметра от земли. Ну, Баталов ходил без баланса. Потому что там так надо было по фильму. В кино идет вроде Алексей Владимирович. Но я знаю, что идет Курбан. Нет, я иду. То я учился год каждый день. Страшно, это не то слово. Он прислал мне фотографию, она такая не очень удачная, как он идет по канату. И на обороте написано мне письмо. Я изображаю Тибула, который идет по канату над площадью Звезды. Было очень холодно, но, к счастью, здесь этого не видно. Он учился, падал, все на нем смеялись, говорят, зачем ты это делаешь? Но он, это характер, это уже ничего не... Он должен был сам себе доказать, что он это может. У него железный характер. С моим папой нельзя было пройтись по улице, он не мог меня повезти в зоопарк, потому что тут же подходили люди, задавали вопросы и... как-то, в общем, реагировали на него. И он, мне кажется, его всегда это смущало. А меня уж это смущало так, что я совершенно терялась. Но мы с ним нашли выход из положения. У него машина стояла в гараже на Артынке. И он мне звонил, говорил, ты приезжай сегодня в гараж. Мы с ним там посидим, пообщаемся. Я приезжала, и мы с ним 2-3 часа. Он чинил машину, копался в ней. Я сидела, стояла рядом, ходила вокруг него. Конечно, это было не очень уютно. Но, тем не менее, мы были вдвоем. И мы могли спокойно разговаривать, и ему не надо было, и мне тоже не надо было казаться, притворяться. У него всегда не хватало времени общаться со мной, и с Машей, с моей сестрой. Конечно, он безумно занят, и сейчас он занят с утра до ночи, он занят в Авгике, он занят на радио, вот тысячи дел. Конечно, папа, я фиговый, это она совершенно права. Я один раз, это связано с машиной, у нее глаза сияли совершенно. Я сделал такое устройство, благодаря которому машина могла ездить по кругу, правильно не сбиваясь. Я посадил маленькую совсем Надьку за руль. Мы с ней порепетировали, она успокоилась, но она сама не верила, что так получится. Я завел, пустил, поехала машина, я вышел из машины, закрыл дверь, а за рулем сидела вот такая маленькая Надя. Я постучал в окно, значит, где мы жили, родителям, там, бабушке и маме. Я не ожидал этого эффекта, они едва не лишились ума, потому что было видно, что по маленькому двору Надька едет за рулем. Одна, совершенно одна.
На какой-то из моих дней рождения мне подарил маленький портативный итальянский магнитофон. Он записал сказку. И я очень долго слушала эту сказку, уже выросла, и все равно слушала, потому что он очень хорошо ее прочитал. И у меня такой был уютный, теплый голос. Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади, как она там, в тумане. Голос Баталова я услышал сразу. Ой, и понял, что только вот так он мне слышался. И понял, что здесь нужен очень спокойный, мягкий, без напряжения, без актерских аффектаций голос. И голос Баталова в этом смысле, по-моему, просто изумителен. И после записи «Ёжика» я говорил всем вокруг, что вообще голос Баталова обладает такой терапевтической целительной силой, что его нужно продавать в аптеках. И мне кажется, что большое количество людей не совсем физически здоровых могут просто оживиться при звуках баталовского голоса. Она из Владимира, мама-то была. Им дали комнатку в производственном дворе МХАТа из-за того, что ребенок родился. Вы теперь вообразите, что никаких детских садиков, никакого гуляния в парке или на бульваре. Вместо песочка декораций, костюмы вывешены, дядьки с наклеенными бородами. В антракт все же выходили, когда теплая погода. Чай приходили пить у нас, чай-то, ну, прямо во дворе. Я совершенно серьезно считал, ну, маленьким, что все люди работают в театре. Все родственники, все дяди, все тети, все сестры, все двоюродные сестры, все работают в МХАТе. Мама в МХАТе работает, отец в МХАТе, когда вам просто некуда деваться. У Баталова с отцовской стороны такие простые ярославские корни. А вот со стороны матери нашей, прадед, он был польский дворянин, не ольшевский, не богатого такого рода и не знатного. И он женился на графине Понятовской. И эта аристократическая родня очень была недовольна, поэтому он ее увез из Польши во Владимир, женился, и они там жили. Отец сам наш рассказывал. Его отчим, а мой родной отец Виктор Ефимович Ардов. Что когда он в 30-м году женился на нашей матери, Алёше было 2 года. Благодаря Виктору Ефимовичу я как-то увидел другую сторону мира замечательного. С замечательными людьми, которые называются писатели. Когда они собирались, и что-то происходило, и, скажем, когда Борис Леонидович читал «Доктора Живаго», то во дворе под окном стоял охранник Топтун. А как же? Там гнездо диссидентов и предателей собиралось. Он всегда был абсолютно нормальным человеком. Нормальные люди вообще редко встречаются. Мне думается, что у него и переходный возраст был каким-то веселым. Пожалуй, в этом его необычность была. Я бы сказал, в абсолютной нормальности. Как-то Алёша зашел к нам домой. Я в это время по сводкам составлял карту, где фронт находится. И я помню, меня поразило, да я до сих пор помню это ощущение, что Алёша и об этом как-то говорил без уныния. Ну, мы тут в тылу. Выполняйте, превыполняйте. Марк, ты не забудь. Марк, не ходи. Оставайся. Я до трамвая. Ну? Гвардик, вперед! Папа ушел в ополчение с МХАТом в Москве.
А Арнольд Виктор Ефимович был с самого начала военным корреспондентом. У матери-то в это время трое детей было, же один совсем еле ходить начинал, а одному 4 года, и мне, соответственно, там 13-12. Один раз был такой страшно, ну, действительно страшно для меня. Такой, как я даже не могу вам объяснить, как-то все рухнуло заодно. У меня мама, как потом выяснилось, от голода потеряла сознание на сцене. А я стоял здесь, и вдруг она упала, и ну это мама же. А я, там актеры, и я давал занавес, но долго меня почему-то не могли заставить его дать этот занавес, потому что мне все казалось, что она, эта сцена, она должна встать, так не может быть. Она сейчас не мама, она сейчас на сцене. Мы же переезжали буквально вот так, все самые, знаешь, такие учебные классы, то есть 6-й, 7-й, вот, где люди учатся главным образом. Вот это все были переезды, одни унижения. Только бы сдать что-нибудь, или только бы ответить, только бы этот класс окончить. Это нехорошо, ребята. Шумим, трепимся, а лучше браться за то, что наверняка можно успеть. А то потом разговоров не берешься. Нахвастались, засыпались, не выполнили. Это мы уже вернулись с войны. Весь класс наш привезли на съемку к Арнштаму «Зоя» фильма. Я рисовал. И мы выпустили в уборной, вывесили газету. Все бы ничего, если бы это не была школа вон там, где в соседней, в женской училась Сталина, а здесь учился, ну, Микоян и так далее, и так далее. Сам факт выпускания газеты мимо пионерской или комсомольской организации уже говорил о том, что вы... Ну, такой настоящий враг, понимаешь, не то, что там какой-то. Арнов его обожал. И поэтому Алексеев всегда говорил, Виктор, мне это устроит. Там, допустим, он учится в школе, говорит, мама, я решил жениться на Жане. Ну, мама, да, как жениться? Да. 14 лет в одном классе. Он говорит, Виктор, мне это устроит. Да-да-да. И действительно, Арнов все готов ему был сделать. И он ему, Арнов, просто купил аттестат. Тогда это было, можно, заполнил. И Алексей, значит, сдал экзамен в школу-студию МХАТ. Потом меня другой раз выгоняли уже из МХАТа. Профессор хорошо и трогательно рассказывала то, что я потом, кстати говоря, играл, как это не смешно. А вот как вели на казнь декабрист, вот это, то, что Трубецкой ломали шпаг, вот это она все рассказывала. Я так... весь отдался ее рассказу и сказал, да, теперь возят в Черном Вороне. Все. Она все сложила лапки и пошла. А дальше комсомольское собрание, меня выгоняли-то, ну, как полагается. И согласился именоваться главой и предводителем воинского мятежа, хотя лично в нем... Над головой декабристами ломали шпагу, не прикасаясь к голове. А тут сломали шпагу о голову Трубецкого. И через какое-то мгновение мы видим, как появляется струйка крови. Обыкновенная груша, в которой, так сказать, кровь искусственная. Под парик была просунута тонкая-тонкая трубочка. Стоял я сзади, снимался крупный план. И, так сказать, при нажатии через трубку проходила, так сказать, эта кровь. Если бы не его руки, не его вот это терпение, талант и увлеченность, не было бы этого кадрика. А кадрик действительно важный для картины, безусловно. Когда мы сняли этот кадр, Мотыль сказал, вот ради этого кадра можно было... прошу жизнь.
Главное, конечно, дотащить его до рояля. Вот если вы его дотащите, дальше все в порядке. Баталов помогал мне написать музыку к «Живому трупу». Я считаю, что это одна из самых моих удачных работ в кино. Кто? Я ему? Ну, есть поталантливейший человек. Я бы, ну, это в том смысле, в каком подставка, знаешь, или деревяшка может помогать держать инструмент. Он очень талантливый человек, очень талантливый. И массу сделал, и массу, знаешь, он невероятное количество сцен актерских кино договорил за актеров, договорил за нас. Ну? Это был 62-й год. И я плохо помню качество разговоров, но я помню светлую комнату, окно двух прекрасных людей, очаровательных, совершенно очаровательную красавицу Гитану. Она ездила на лошадях в цирке, и шел разговор о том, что это очень рискованно, очень опасно для женщины. Я думала, боже, какая женщина, такая стройная, такая прелестная. Вот, и помню ощущение счастья, когда открывали памятник на Арбате Булату Шаловичу, и меня спросили, кого бы вы желали видеть вот открывающим этот памятник. И я сказала, Баталова. Мне сказали, он что, ваш родственник? Нет. Но он близкий такой, самый любимый друг. Да нет. А почему? Потому что Алёша Баталов вот вошел в нашу жизнь, кроме чисто человеческих каких-то любовей и контактов, он вошел в нашу жизнь действительно с оттепелью. Это Булат Акуджава, которого не больше, не меньше, как именно в Доме кино стаскивали со сцены, крича, зал был против, это позор, его так тянули со сцены. Это судьба талантливых и имеющих собственные представления о прекрасном людей. В Москву возвратились участники международного кинофестиваля «В Карловых Варах». Режиссер Михаил Ром, сценарист Даниил Храбродицкий, артист Алексей Баталов, создатель фильма «Девять дней одного года». Слушай, брось-ка ты все это к чертовой матери. Лови рыбу, собирай грибы, женись на красивой женщине. А то будет поздно. Я видел сценарий, на котором стоял штамп «Запрещено к публикации на территории Советского Союза». Лучшие сцены две выброшенные. Та, что на кухне там, ай-яй-яй, ты облучен, тра-та-та, и похороны старика-учителя. Странная смерть. Невидимый, неслышимый, ни цвета, ни запаха, ничего. Вот такое пустое поле, такое с облаками, сизое небо, и кучка каких-то, такое вроде макровато, кучка каких-то интеллигентов в шляпах, в плащах стоят вокруг подъемного крана. На подъемный кран, на трос зацепляют такую чурку огромную, свинцовую. На ней написано номер 4572/76, не вскрывать 100 лет. Вот этот чурк поднимают,
И медленно, длинно, все эти люди аппарат сзади снимают, шляпы и стоят. Приехали машины, сказали, забирайте к чертовой матери ваши аппараты, все, съемки не будет. Просто даже не сняли. Не, запретили, приехали, запретили сразу. Правда, на месте запретили, именно на месте. Вот это я даже не знаю, что это. А это похороны Анны Андреевны. Иосиф тут Бродский всех. Да-да-да. Замечательно, что вот эту старую, тяжелую, огромную, непечатанную, забытую женщину, вот заметьте, хоронит какое количество молодых людей, не согнанных, не собранных. И вокруг нее действительно были молодые люди. Мы хотели, чтобы у нее крест стоял на могиле. Этот крест был сделан на Ленфильме, в мастерских. Огромный крест. Потом, благодаря связям, благодаря Каплану, выписали накладную, что этот крест на съемке нужен. Я его привязал на крышу машины и привез. И через весь город ехала эта моя несчастная машинка. И больше машинки почти, ну, из крыши-то и вперед, и назад, далеко свисая, ехал крест, который первым был установлен на могиле Анны Андреевны. А со мной тут связано совершенно неподходящее, может быть, этому событию история. Я тогда учился, ну, старался чему-то научиться, не больше, не меньше, как у Фалька. И однажды Анна Андреевна сказала, а может быть, вы меня, я остолбенел, ставился мольберт, она садилась на диван, и шаг за шагом, понемножечку, я делал этот портрет. Очень часто он рисует во время кафедры. Если какой-то такой нехороший зачет и очень ругается, он начинает рисовать хмурые лица. Если как-то веселое оживление, бывает так, представляете, колонна какого-то, ну, может быть, дворца, не знаю, замка, и по ней ползет человечек. Значит, была такая ситуация. Мы репетировали отрывок «Враги», где я играл врача, у которого умер ребенок. И зашел случайно Алексей Владимирович. Зашел, так посмотрел и говорит, вот давайте все сократим, сделаем вот так. Ты сразу будешь на него кричать. И, походу, мне решил показать на моем партнере. Походу, к нему так. Просто простой человек, нормальный. Вдруг резко входит какой-то образ со слезами на глазах, он говорит, у меня умер сын! Я так смотрю, говорю, вот мне надо так сделать. Он говорит, да. Я просто, у меня как-то в голове не сложилось, я второй курс только был. Я стоял, наверное, полчаса, он говорит, ну ты будешь делать? Я говорю, дайте я подумаю. И вот я так с тех пор и больше не сыграл этого отрывка. Я лежала в больнице, и привезли по скорой Баталова. Ну, слух, конечно, о Баталове моментом распространился по всему отделению. Было всем страшно, любопытно и интересно. Но вдруг пришла, я не помню, каким образом, идея украсть к Новому году отделение. Он подхватил эту идею. И закипела буквально работа. Забыли про свои швы, там, недорезанные, перерезанные. Ну, все, совсем телефон разогревался, потому что требовали бумагу, клей. Самое любопытное, что больные выздоравливали прямо на глазах. В нем масса обаяния. У него очаровательная улыбка. Ему надо улыбаться с утра до вечера. Я не знаю его героев вообще отрицательных. Было бы интересно, если они были, чтобы он когда-нибудь рассказал об этом. Протасов посадил на скамью подсудимых свою бывшую беременную жену. Тебе говорит, ой, какой милый, как он страдает.
теперь вот представьте, зажмурьте вашего мужа, который, а у вас только детей, а он уходит на свидание, да еще ведет дочку по дороге для маскировки к другой бабе, которая в гостинице приехала, его дожидается. Это же положительный герой, Паша. Мы что-нибудь придумаем. Мы придумаем. И оба они знали, что самое трудное, самое страшное только еще начинается. И как только вы с этим сталкиваетесь, так вы невольно, мгновенно в собственной жизни, в собственных событиях, в собственной биографии находите это. Может быть, какой-то человек безгрешен или какой-то человек совсем никому не причинил зла, дай бог. Я надеюсь, что такие люди есть. Но быть таким, это надо. Когда мы начинали картину «Москва слезам не верит», то в поисках героя мы много кого перепробовали, но искали актера лет 40-35, вот в таком возрасте. А когда в этом возрасте мы не смогли найти, искренне говорю, не смогли найти Гоши, вот нашего героя, то, на мое счастье, я увидел картину «Дорогой мой человек», и сумасшедшая мысль пришла в голову, а может быть, Баталов, хотя казалось, что уже, конечно, это не время Баталова, не его роли и так далее. Я искренне говорю, что слышал от серьезных людей, когда я назвал фамилию Баталов, ну что, ну Баталов – это уже как бы общественный деятель серьезный, какой-то уже, так сказать, государственный человек, но никак не, уже это не актер. Нет, он брал, конечно, знаешь, как у этого, за время пути собак могла подрасти, он брал кота в мешке, конечно. Договорились, в следующий раз беру тебя с собой. Спасибо большое. Но на ты, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось. Так давай перейдем. Всего хорошего. Сыночек, сыновальчик. Только бабуля бегом. Если чуть-чуть там пережать, будет хам, между прочим. Так что вот уже одно это обстоятельство. Тонкий, изящный юмор, который сразу обволакивал всю эту роль и делал ее абсолютно, так сказать, принимаемой всеми слоями. И простым, что называется, и академиком. Его картина и его роль — это то, почему я еще считаюсь актером. Я ничего не делаю, а до сих пор благодаря этой картине и благодаря его настоянию я вроде бы актер. Вообще, всякое светское искусство демонично в своей основе. А актер – это чудовищная профессия, когда человек, вместо того, чтобы заниматься своей личностью, очищением себя, надевает на себя чужие личины, значит, и что-то такое изображает, и притворяется другим. То есть это более антихристианской профессии себе представить невозможно. Замечательно. Вы знаете, поскольку брат
то, слава богу, он теперь тут может в связи со мной так говорить. Но дело в том, что, конечно, все равно это, наверное, греховно, и мы все за это будем расплачиваться. Но столько иногда добра остается после какого-то актера или после какого-то фильма. И столько доброго пробуждается в людях, что, может быть, это до какой-то степени служит оправданием тому, о чем говорил Мишка. Вот и кончилось кино, и экран, увы, погас. Нас опять закружит жизнь уличным водоворотом. Мы придем сюда еще, мы придем еще не раз. А пока пора домой, к нашим будничным заботам. Кино, кино, свой яркий луч не выключай. Еще чуть-чуть на этот раз. И продолжай. Магический рассказ. Еще одну историю про нас.